Мы снова проводим ежегодную акцию «Радость Рождества» и приглашаем всех неравнодушных жителей нашего города и района принять участие. Мы принимаем сладкие подарки, принимаем гостинцы, помощь принимаем разную. Акция юбилейная, пятая. Проходит она с 27 ноября с начала рождественского поста, закончится 7 января. После праздника на святочной неделе волонтеры молодежного отдела будут поздравлять детвору. Слобожане участвуют очень активно, приносят много подарков, приносят много вещей, новых приносят вещей, как бы купленных в магазине, приносят денежные пожертвования, на которые мы потом покупаем продовольственные наборы и развозим по многодетным и малообеспеченным семьям. В завершении этой акции 7 января на площади на городской будет рождественская ярмарка, в которой также могут поучаствовать все желающие, могут принести поделки в наш социальный отдел, где мы их на ярмарке выставим, и на все вырученные средства опять же будут закуплены продовольственные наборы. В рамках акции волонтер молодежного отдела ежегодно посещает около 300 семей.